истинный мистер Русь. Весь в золоте, как цыган, с бородой, как батюшка, с голосом, как у Паваротти, с кольцами, как у... Шейха. Как у... Александр шейха. Савин. Ой, Серег, привет. Ты меня не заметил. Не фига себе. Не, а я, ты знаешь, я-то сейчас ведь смотрел на сцену, там такие девочки ходили, стройненькие, обаятельные. Вот я проходил, мне говорят, Александр, почему вы не на сцене? Просто если бы... Не, говоришь, я не девочка просто. Я говорю, если бы я был бы на сцене, я бы занял первое место. Первое. А если бы я еще спел бы на сцене, представляешь? А если бы танцевал, я видел, как ты это делаешь. Да, я танцую очень сексуально. Bessa May, вот так, о, oh, yeah. Bessa May, ага, ага, вот так. Я как Богдан, как Богдан Титомиров, так, о, oh, yeah, ага, ага. Богдан Нужен даже сейчас так не может, только ты остался. Ну да, я единственный из старичков-то, из старичков. Саня, нас, нам сегодня попросили сделать очень краткий обзор, да, понимаешь? То есть нам с тобой не получится сейчас о международной политике поговорить и о том... Да, куда обзор-то у нас, в камеру? Обзор идет? Лучше в камеру, чуть ниже, чем фонарь. Ага, понял. Потому что на фонаре смотрю только я. Я понял, все, я ниже, а я ниже всегда готов смотреть. Да. Сань, ну вот надо поздравить, наверное, Степана Валерьевича с днем рождения. И, естественно, в двух словах осветить, какое ты неизгладимое впечатление получил от конкурса «Мисс Русь». Ну, во-первых, конечно, что я могу сразу Степану Валерьевичу? Степа, к сожалению, день рождения у тебя был 4 дня назад. И раз в году. Вот, но отмечаем его сегодня. Не, ну, слава богу, что хоть он сегодня насобирал, так сказать, насобирал за годы своей работы на то, чтобы отметить сегодня свое день рождения, пригласить тебя. Что же вы мне вдвоем с Потехиным ноги белые? Не, а потому что у тебя белые, а у нас черные. Мы да. Дадим Степе, он заодно в честь дня своего рождения постирает тебе кроссовки. Вот. Ну, Степка, родной мой, тебе счастья, здоровья. Я, как ветеран уже трудового движения российского шоу-бизнеса, могу тебе сказать, что здоровье, конечно, самое главное, и оно очень необходимо в нашем нелегком творческом направлении и труде. Потому что труд, конечно, неблагодарнейший. Вот. Иногда кидают яйцами, в лучшем случае помидорами. Вот. Но тебя, конечно, могут только лишь тортами, сладкими, вкусными, потому что ты ими покрываешься как глазурью, как шоколадом, и потом тебя все девочки начинают облизывать. Вот. Вот как же тебе все-таки вот повезло с тем, что ты такой талантливый чувак. Вот, Степа, мы тебя любим и желаем тебе огромного сексуального долголетия и здоровья! Че ты жрал, Сань? Синьку какую-то. Про торты ты круто сказал. Надо потом посмотреть. Это хороший сценарий для мультфильма ужасов. Ну, это тоже нормально, да. Я еще тебе честно скажу, так, я еще Русь, ничего, мисс Русь, мисс Русь. Ничего не ел, потому что меня еще не покормили. Вот. А что такое мисс Русь? Сегодня эти замечательные, очаровательные девушки с пышными формами – это мега-мега красота русской женщины. Потому что если только такие девчонки-красавицы будут у нас в нашей стране, поверьте мне, мы победим и задавим нашими телами всех врагов нашей Родины. Вот. Про тела, конечно, красиво. Степа, с днем рождения! Дай бог тебе, Степа, таких тел, сколько сегодня было на этом конкурсе обаятельных, привлекательных, мощных, пышных и очаровательных. И самое главное, с большой человеческой к тебе любовью. Это Серега Мудров и Александр Савин. Arrivederci, Степа. Goodbye, hore. Степа, мы тебя любим. До встречи. С музыкальным приветом.